agree. Политическая реформа нужна. И что касается духовного состояния, морального состояния общества, надо лечить и основательно. Только в этом случае мы дадим кислород, второе дыхание нашей стране, нашему обществу, народу. Я подтверждаю, что сижу на своем стуле, коммунист, остаюсь им убежденным. Для кого-то это фантазия и так далее, где-то что-то там летающее. Для меня это цель, к ней далеко, надо идти через этапы. Сегодня перестройка – это спасение социализма, это открытие второго дыхания, всего, что заложено в этом строе, народном строе, где можно в рамках этой системы можно решать вопросы в интересах человека, более справедливым, сделать наше общество более гуманным, демократичным. И я уверен, ни